прям на стол. Вот. Сегодня наконец-то состоялся первый у нас спортивный день на ралли Казахстан. Вот. Прошли все процедуры подготовительные, все проверки административные, технические. Вот. И сегодня состоялся первый скоростной участок. Не самый длинный на этой гонке. Вот. Две трети участка это быстрые такие, достаточно быстрые степные дороги. Вот. И даже после где-то половины гонки мы посчитали среднюю скорость. Средняя скорость переваливала где-то за 110-115 км в час. То есть первая половина трассы была достаточно быстрая. Вот. Ну и самая интересная часть сегодняшнего дня, наверное, это вот пилотам понравилось. Это часть, которая около там 50-70 километров, которые проходили вдоль Каспийского моря, непосредственно по берегу. Горные такие скалы, большое количество камней, больших камней, то есть которые просто лежат на дороге, такие огромные камни. То есть очень извилисто между ними вверх-вниз, все время постоянно вот, находится на берегу моря. Есть кусочек там, несколько километров выезжаем прямо, ну, чуть ли не на пляж выезжаем море, но он даже не песчаный, он такой каменистый, каменистые плиты такие, очень интересное место. Вот. Море красивого цвета. И участок вот этот кусочек, конечно, он такое вот вкрапление Марокко, наверное, скажем, в эту трассу. То есть вот кусочек, который реально пилотам должен был напомнить вот марокканские куски трассы. Вот. Ну, судя по отзывам, вроде бы пилотам участок понравился. Немножко с утра погода подпортила нам сегодняшний стартовый день, потому что пришлось заезжать старт на некоторое время из-за того, что была низкая облачность, и то есть вертолеты не могли летать, то есть не давали погоду вертолетам. Вот старт немножко задержали, то есть пилотам, конечно, наверное, это не очень хорошо было, там не очень приятно ждать непосредственно на старте, там, когда запустят на скоростной участок. Вот. Плюс ко всему, ну, несколько дней, и вчера, в том числе вечером, там, даже во время стартовой церемонии прошли дожди, прошел дождь, и до этого были дожди, вот, может быть, и начало скоростного участка было тоже несколько скользковатое, такое, блин, мокрое, с водой. Вот. Поэтому, то есть, на самом деле, вот эта трасса, она вообще, конечно, идеальна для наших гонок, для нашей темы, вот именно для ралли-рейдов. Интересно, когда, вот если бы было, допустим, 35-40 градусов температура, то есть это когда песок сухой, когда его дует, вот, и прочее. То есть вот, ну, сама эта трасса, она подразумевает под собой, вот, конечно, хорошую погоду, высокую температуру. Ну и завтра у нас второй день из шести, уже более длинный. Вот, завтра мы перевалим там за 300 километров. И завтра уже буквально там где-то километра после 40-го, где-то после 45-47 километра уже наши участники попадут в первую песочницу. Потом будет еще одна, потом будут еще песчаные дороги уже там почти в конце скоростного участка. То есть завтра мы уже буквально там через там полчаса, час после старта мы будем смотреть, следить за нашими участниками, смотреть, как они преодолевают там наши песчаные дюны. Поэтому вот с нетерпением ждем завтра уже песчаного дня.